Здравствуйте, меня зовут Дивеев Ильдар Вильевич, я детский стоматолог клиники Dental Fantasy. Я лечу зубы детям всех возрастов вот уже на протяжении более 9 лет. В своей миссии я вижу адаптацию ребенка к приему, поддержание здоровья зубов и своевременную диагностику, чтобы с первых лет жизни малыш воспринимал походы к доктору максимально позитивно, а вероятность необходимого лечения сводилась к нулю. Чем я могу вам помочь? Я могу вылечить кариес или пульпит, молочного или постоянного зуба, выполнить анатомическую реставрацию или восстановить сильно разрушенный зуб коронкой для детских зубов. Да, кстати, я работаю исключительно с увеличением, использую бинокуляры и стоматологический микроскоп, что позволяет сделать это максимально деликатно и качественно. Я могу провести хирургические манипуляции, нежно и незаметно, будь то удаление зуба или пластика уздечки. Провожу диагностику и помогаю подобрать средства профилактики конкретно в вашем случае. Я могу адаптировать ребенка при тревоге перед первым лечением или если уже имеется негативный опыт. В своей практике я использую различные адаптационные методики в сочетании с приемами эриксоновского гипноза. Также лечу с применением седации закисью азота или предельно безопасном наркозе, если страх перед лечением на данный момент непреодолим. Все дети, их родители, ситуации абсолютно разные, поэтому каждому своему пациенту я ищу индивидуальный подход. Готов ответить на все ваши вопросы и помочь преодолеть любые трудности. До встречи!